Здравствуйте, дорогие мои друзья! Вот у меня новая куколка. Я за ней очень долго ездила в магазин и охотилась, чтобы ее купить наконец-то. Расскажу в моем видеоблоге, потому что это пока еще обзор этой куклы. Значит, это у нас кукла Sea Egg Cupid, Купидон. Она у нас дочка бога любви Эроса. И живет на Олимпе. Вот, поэтому она вся в сердечках. У нее вот, значит, на голове находится вот такой вот ободок золотистого цвета. И на ободке прикреплено вот такое сердечко со стрелой. Волосы у нее все нежно-розового цвета. Вот, они вот такой длины. И на голове, на лбу у нее челка. Сережек у нее не было, но я ей одела в уши вот такие сережечки. Они сиреневого цвета. Вот. Розовых, к сожалению, не было. Еще у нее не было кольца и браслета, так как это перевыпуск. Но зато у нее есть такие вот аксессуары. Как видите, вот. Идет на руке вот такая вот стрела, как лук. Лук, точнее, со стрелой, сердечкой. Вот у нее стрела и на конце сердце. Вот это у нее идет как мешок со стрелами. Вот. И вот такие вот у нее сзади крылья, которые отцепляются. Вот они прикреплены на шею, и они отцепляются. Сзади куклы нет отверстия, как у кукол Винкс, чтобы прикрепить крылья. Они идут вот на шее, держатель. Вот такое вот у нее платьице розовенькое, где на одном боку платья вот такая вот сеточка, блестящая и розовая. Пояс черный. И вот такие вот сетчатые черные колготки. Палка у нее прозрачная, а на чем она стоит, черного цвета. Вот. И расческа, кстати, у нее тоже черного цвета с подставкой, как у моей кедры. Вот еще с ней шла вот такая история. Положа руку на сердце с сердечком. И вот такие вот у нее красивые туфли с крыльями. Вот. У нее вот здесь крылья, а вот там внизу на каблуках сердце со стрелой. Каблук идет в виде стрелы. Вот. Вот такие вот золотистые туфли. И вот такая вот у нас красивая куколка Sea Egg Cupid, Купидон, дочка любви бога Эроса.